Кокос и барбекю именно под таким названием в маленьком городе Фейетвилле происходит самое настоящее сумасшествие. Огромное количество пузатых дядек с бородами едят барбекю, ездят на мотоциклах, огромное количество всевозможной рок-музыки. В общем, мечта для настоящего байкера. Стоит отметить только, что это третье по величине в Соединенных Штатах Америки взлет байкеров. Говорят, что здесь приезжают по разным данным, то ли 2500 байкеров, то ли 200 тысяч байкеров. В общем, самая настоящая крутая американская байкерская тусовка.